Что, дубль 2? У меня вырубилась камера и ничего не сохранилось. В общем, друзья мои, в приложении Plant Nanny я выращиваю уже третье растение. Мы с Дамирчиком пьем воду. И от... Да ты стучишь? Мы с Дамирчиком пьем воду и выращиваем растения. То есть попил водички, полил растения, попил водички, полил растения. Когда процесс выпивания, в моем случае 2 литров жидкости, превращается в некую игру с помощью этого приложения, вы знаете, выпивать 2 литра воды становится гораздо легче, веселее. Вот. Интересно узнать, каким будет растение новое, интересно почитать об этом растении. Единственное, что мне очень жаль, что приложение сейчас на английском языке, потому как я его уже себе скачивала в 2017 году, и тогда оно было на русском, а сейчас оно на английском, вот, к сожалению. Мои познания в английском не настолько сильны, вы знаете, чтобы понимать вот все, что там написано, а сидеть с переводчиком, колупаться, переводить я не очень хочу. Но даже просто сам процесс выключилась, да? Планшет выключился, да? А ты успел полить? Да. О, класс. Ну сейчас мне помашь. Значит, я забыла, что хотела сказать. Вот это вот моя вечная проблема. Поперед батька в пекло, и начали за здравие, закончили за упокой. Перескакивать с темы на тему, тараторить, болтать без умолку, это вообще моя тема. Как-то так. Помню, кто-то даже задал вопрос Володе такой, типа, а ты смотришь видео жены? Ну да, есть, бывают моменты, какие-то видосы он бывает и просматривает. А вообще нет, он не смотрит мои видео. А зачем ему их смотреть? Он меня видит дома и так. Я и так с ним болтаю. Если он будет смотреть мои видео, приходя домой еще со мной болтать, у него мозг вспухнет. У него вспухнет мозг. Он рад и перекрестился, что теперь у меня есть YouTube, и я могу рассказать туда все свои потоки мысли, весь свой словесный бред я могу выразить, вылить туда. Вот. Кому-то это интересно, окей, пожалуйста, пусть посмотрит меня, вот, сопоставят, может, с собой, может, у кого-то тоже есть какие-то такие, нас зудит, кошмар какой-то, гляга, кто резко зачесался, пить буду или в нос получу, жесть, честно, я так с соседкой встретилась, скрипя зубами, честно, поздоровалась, скрипя так, типа, привет, потому что, ну, просто я не могу уже, у меня уже мозг просто пухнет от собственных соседей, у меня уже крыша едет, у меня уже крыша от них едет, я уже не могу, честно. Я не могу здесь находиться, блин. А? Даже не маньяк, а он как-то маньяк пел. Он как-то пел «Утекай, в подворотне нас ждет маньяк». Что-то там... Хочет то ли нас посадить на крючок, таких что-то там красивых и молодых, что-то я не помню. Это был певец такой, Мумитроль, он до сих пор и есть, очень клевый, очень клевый. Мои подростковые годы был очень популярен, очень мне нравился. И книжку я когда-то читала, там очень много было цитат из его песен. Люблю я Мумитроля. Я вообще, ну блин, моя молодость припала, моя молодость, такие мои пиковые годы. Попали на 2007 год, когда были рокеры, готы, эмо. Вот. И, естественно, это откладывает какой-то отпечаток на мое мировоззрение. Я обожаю Мумитроль, я обожаю Бориса Гребенщикова, Арию. Я обожаю вот эти вот все молодежные вот группы, которые были. Never Smile, Трактор Боулинг, кто у нас там еще? Вот. Куча всего. My Chemical Romance. Господи, что у нас там еще было? Вот, ну, Металлика, это понятно, Металлика, AC/DC, Led Zeppelin, что у нас там еще есть? Iron Maiden. Естественно, все это откладывает на меня отпечаток, как наши российские группы, рок-группы, также и старый рок русский, и старый американский рок, и то, что мы сейчас слышим, молодежный рок американский, да? Это все откладывает огромный отпечаток, и это моя музыка, единственный из современных исполнителей, которого я слушаю, это Тима Белорусских. Все, больше никого не слушаю, современных мне не нравится, мне вообще не нравится, я не люблю молодежную современную музыку, я не люблю. Вот, я люблю старую музыку, я люблю рок-музыку.
Вот, я не люблю, господи, современную музыку, не люблю поп-музыку, и поэтому я вообще не в курсе особо даже, что там сейчас происходит в плане музни, вот. Всякие, знаете, томные книги любила читать в свое время, вот, и сейчас, наверное, люблю, вот. Кстати, мы давно не читали про Флавию. Так, нам надо поиграть в ближайшие дни в Тести Блум, почитать о Флавии, и вот мы сейчас фантазируем, играем со Стамиром. Вот, ближайшие планы. Еще я хочу, честно, вот из-за таких вот проблем с соседями, мне просто иной раз хочется взять, собраться с утра и просто свалить на целый день из дома. На целый день свалить просто до вечера и вообще здесь не появляться. Уже крышняк едет, я уже не могу. А, сейчас я не буду рассказывать, в чем проблема, что вообще такого произошло, вот. Но со временем я думаю, что я обязательно об этом расскажу. Я пока не готова, вот, я пока не готова, но смысл, меня очень сильно жидко обосрали, тупо не дают мне по-человечески жить, и просто люди возомнили себя хозяевами жилища, хозяевами жизни, видимо, я не знаю, просто не дают мне нормально, прохода не дают прям. Задрали уже. И вы знаете, что самое стрёмное, это когда некоторые строят из себя даже неких аристократов, даже скажем так, прям аристократы, прям вот я не знаю, прям интеллигенция. Дорогие мои, я тоже не из интеллигентной семьи, я тоже умею орать, как любит говорить наш всеми любимый Похитюша. Вот, очень запала мне в душу эта фраза. Так вот, да, вот так вот оно и есть. Вот. Я тоже умею говорить гадости, я тоже умею строить козни, мутить всякую хрень, и, пожалуй, со временем я, наверное, так и начну делать. Просто моему терпению пришел конец, просто мои нервы на пределе, и мне кажется, что просто, я не знаю... Крыша у меня уже едет с такими соседями. Просто суки. Просто, знаете, овечки в волчьей шкуре. Просто овечки в волчьей шкуре, да. А ты понял представление? Какое? Молодец, класс. Все супер, замечательно. Я только что это видела. Дубль 2, что ли, пошел? Ну, подожди, пожалуйста, сейчас покажешь мне. Ну, я буду снимать чисто свое лицо и твой голос, да, как ты скачешь. Подожди, пожалуйста. Короче, я вся на нервах, я вся в переживаниях. Мне очень сильно неприятно сложившаяся ситуация. Меня поколачивает периодически, вот так вот просто меня колотит, вот. Я... Ты опять собрался показывать что-то? Нет. Или что? Или ты просто так поешь? Просто так пою. Короче, пой, делай, что хочешь. Короче, я вся на нервах, мне плохо, честно. Мне уже хочется просто жрать успокоительное горстями. Я не могу, я даже не сплю иногда по ночам. После вот этой вот ситуации с соседями, вот, когда на меня вывалили кучу всякой дерьмины, просто омерзительной инфы, вот, я в шоке. И люди, я же говорю, косили под овечек, вот, косили под добрячков, под хорошеньких, вот, под своих в доску, под интеллигентов некоторые косили, а оказались просто говном конченым. Просто такие вещи, которые они сказали, причем они даже сказали это не мне, они сказали все это говно, весь цей наклеп, усю цю заразу они вывалили просто на Володю, вот, причем они узнали, когда Володя придет с работы, чтобы наговорить на меня кучу всякого говна, что он в шоке, что я в шоке, вот. Меня просто не ожидало, я просто не ожидала, что такое вообще бывает, вот. Я когда-то работала в магазине,
И люди, с которыми я работала, они очень любили обсудить, как мое начальство, наше начальство, и их дети ходят в туалет. Как после кого пахнет, как кто за собой смывает, не смывает. Это было одно из самых первых моментов, с которых я была в шоке. Нет, это второй момент, наверное, по жизни, который я не ожидала, я была с него в шоке. А первый момент был, когда у меня моя бывшая одноклассница оставила в лагере летнем свои трухины грязные под подушкой. Вот. Ну, ношеные, скажем так, да, грязные, это, наверное, слишком сказано. Свои ношеные, не постиранные только-только труханы она оставила под подушкой, но забыла. Забыла девка, что делать. И это разнесли в таком, с таким мразотным контекстом. И вот второй момент в жизни, который меня больше всего убил и удивил, это вот история с начальством, как там они ходили в туалет. Просто мне казалось, что все ходят в туалет, и когда люди ходят в туалет по-большому, естественно, есть какой-то запах. Вот. Да, можно воспользоваться освежителем воздуха, все равно может быть какой-то слегка запах. Вот. Тем не менее, мне кажется, что когда люди взрослые, это не та тема, которую нужно обсуждать. Шлепнешься? Шлепнешься, Дамир? Дамир, шлепнешься? Не стой на краю и нечего туда перешагивать. Мне казалось просто, что тема того, кто как сходил покакать и не забыли ли дети смыть, а это дети, они могут забыть за собой смыть, они могут забыть воспользоваться ёршиком, вот. И для меня было огромным ужасом то, когда взрослые люди, с которыми я работала, начали это обсуждать, потому что это низко, это омерзительно, вот. Извините, все мы ходим срать, вот. Все мы срём, все мы люди, все мы ходим ссать и срать, вот. И сидеть это обсуждать, это омерзительно. Потом у меня были моменты еще некоторые, вот в таком духе, когда люди просто вот выплескивали омерзительнейшую информацию в духе вот этой вот. Когда я просто, когда моя новая знакомая начинает строить из себя просто миссис психологиню, вот, мастера психологии и все такое, да, когда она просто начинает рассказывать какую-то ахинею, что у нас ненормальный ребенок, мы с мужем не спим вдвоем, вот, она пытается удалить из его планшета номер бабушки, чтобы тот ей не звонил, они начинают выпрашивать у меня ребенка, чтобы пойти с ним на природу в лес, она выпрашивает у меня ребенка, чтобы ходить с ним гулять вдвоем. Я тебя вижу первый раз, ты что... Тем более, что люди выпивают, как бы, ну, какой оставлять на них ребенка. Тем более, что Володя занимает 8 тысяч на траву. Хотя у него мужик сам, короче, курит, он у нее занял бабки, а свихнул все на Володю, потому что у него есть была такая штука одна. Он, короче, занимал бабки у своей мамы и говорил, что, короче, это Володя, потому что к нему и там семья приехала, хотя мы еще даже не приехали. И типа, Володе нужны деньги, он типа, мама, ты понимаешь, говорит, все-таки молодая семья, говорит, только переехали, говорит, им деньги нужны, бла-бла-бла-бла-бла, спаси, помоги. Сорян, если у меня мысли спутаются, Дамир опять в унисон со мной разговаривает, и меня это очень сильно сбивает. Он с котом играет, там что рассказывает, вот, он меня сбивает. Я не могу, когда вот кто-то со мной одновременно разговаривает, я ничего не соображаю. Вот, короче, был у него уже такой грешочек, он, короче, сам покуривает, и он выбросил у своей бубени 8 косырей, с понтом это для Володи. Боже мой, капец. И она мне давала об этом рассказывать. Вот твой муж, это вот он у меня занял 8. Я говорю, дорогая моя, говорю, все, что ты мне можешь рассказать о моем муже, вообще меня может и не удивить, говорю. Я знаю, говорю, или говорю, ну, как бы, да, я знаю, говорю, своего мужа, говорю, больше 8 лет. Говорю, ты мне не можешь рассказать о нем ничего нового и ничего из того, что меня могло бы удивить. А вот то, что она мне вот такую информацию преподнесла, меня удивило, причем более чем. Потому как информация неправдивая. Вот.
она начала мужу промывать мозг о том, что и блогерство это не работа, бла-бла-бла-бла, все такое про. Ну, во-первых, я за это получаю деньги. Во-вторых, идея с блогерством была Володина, поэтому жаловаться и говорить ему на то, что блогерство это не работа, так сказать, идейному организатору всей этой авантюры, очень-очень глупо, раз уж на то пошло. Плюс она там начала рассказывать, что я, наверное, не успеваю смотреть за ребенком, потому как у меня отнимает все время блогерство. Ты не блогер, ты не знаешь, сколько времени отнимает блогерство. Я успеваю дома убрать, я успеваю накормить и мужа, и сына, и себя, причем накормить нормальной, вкусной домашней едой. Вчера у нас был где у нас спец был, кура была, вот, это самое, сейчас вот готовится мясо, суп осталось на, ну, мы вчера все покушали, и вот на сегодня еще останется всем покушать, потом что-то свеженькое еще, еще сейчас пойдем в магазин, наготовлю какой-то салатик, что-то еще приготовлю, вот, то есть я в день обязательно 2-3 каких-то блюда готовлю, это с учетом того, что муж у меня кушает в столовой, он кушает в столовой, раз уж на то пошло, ребенок, да, он кушает со мной, но он маленький, он столько тоже, извините, не ест килограммами, вот, я тоже стараюсь есть более менее скудно, потому как я слежу за своим весом, и у меня будет очень сильно болеть желудок. Я стараюсь есть почаще, но маленькими порциями. Вот. Что еще? И значит, она вот такую вот ахинею несет. Я успеваю покормить, я успеваю наготовить, я успеваю помыть посуду, вот, я успеваю поубираться, я успеваю покормить и мужа, и сына, и ребенка, и поболтать со всеми с ними, и поразвивать ребенка, и почитать с ним, и сходить с ним куда-то на детскую площадку погулять, а иногда и практически на весь день. Мы успеваем все, мы все успеваем. У меня целый день впереди, у меня целый день впереди для того, чтобы и поснимать, и посты написать, и видео куда-то там что-то отправить, вот. И при этом сделать кучу своих хозяйственных, домашних, женских, мамских и так далее дел. У меня предостаточно для этого времени, вот серьезно, просто выше крыши у меня времени для этого. У меня целый день впереди, я встаю в 5 часов утра, у меня вот так времени до 12, до часу, а именно в это время я ложусь спать, чтобы переделать все свои дела, какие только у меня могут быть. Я еще успеваю иной раз где-то одним глазом блогеров каких-то посмотреть, иногда еще какую-то работу выполнить. У меня предостаточно времени. И такую ахинею слушать, типа, короче, она вся в блогерстве. И, короче, она, наверное, не занимается ребенком и все такое. Тем более, что есть дни, когда мы находимся дома все вместе. То есть Володя находится с нами, и я тоже в эти дни бывает что-то снимаю. И, естественно, он видит, как у нас проходит день. Он видит, как я себя чухала в выходные. То есть, что я делаю в течение дня по выходным, Володя это и так видит. Хотя выходные у него бывают очень-очень-очень редко, к сожалению. Что? Сейчас я закончу, и мы с тобой будем продолжать. Что? А я, как всегда, разболталась, я такая болтливая, все, сейчас я заканчиваю. Вот, сказала, что коротенечко запишу видео, в итоге не получилось коротенечко, я в итоге с вами, как всегда, заболталась. Такую интерпретацию песни Мумитроля я еще не слышала, конечно. Какая курочка. А со своего лица ты уже два раза от лица девочки писклявой спел. А от лица своего. Это в клипе девочка писклявая. А от своего лица ты споешь хоть раз? Моя ж ты радость. Молодец. Так, значит,
Так что вот такие вот пироги. Некоторые люди очень сильно любят смотреть за другими. Некоторые люди, вот как я только что даже описала, замечают в чужом глазу соринку, а в своем глазу бревна не замечают. У самой все не ладится. У самой довольно-таки неадекватное отношение, к сожалению, что с ребенком, что с бывшим мужем, что в нынешних отношениях. Вот. Что, мне кажется, нет гармонии с самой с собой даже, вот скажем так, к сожалению. И мне кажется, что таким людям уж точно не нужно пытаться заниматься самоанализом других, то есть анализом других семей. И есть еще такой момент, который я хотела высказать, это то, что очень странно, когда человек складывает свое мнение обо мне, о нашей семье, хотя, допустим, что меня, что ребенка она видела в первый раз в своей жизни. Вот. Ну, Володя несколько раз с ним сталкивалась, позвольте заметить, сталкивалась даже просто. У них не было там посиделок, диалогов там каких-то полноценных и так далее. Пожалуйста, прекрати так орать. Ты меня услышал? Да. Угу. Так вот. Дело в том, что человек увидела меня и сына в первый раз в жизни. Возможно, меня она могла как-то увидеть, узнать, как сложить какое-то мнение обо мне из моих постов или из моих видео на ютубе, но опять-таки, о каком полноценном мнении может идти речь, если человек заявляет, что я совершенно не упоминаю в своих постах и видео о муже. А если уж на то пошло, у меня регулярно пишутся посты о мужа в инстаграме, проскакивают фотографии с мужем в инстаграме, и если говорить о ютубе, я говорю о своем муже ежедневно, и иногда он проскакивает в моих видео. Вот, поэтому, если человек сказал, что нет даже никакого упоминания о муже, значит, смотрела она мои то ли посты, то ли видео очень хреновенько. Вот, соответственно, ну, о каком мнении обо мне и моей семье может идти речь? Мы, честно говоря, вообще офигели, когда она решила подрассказать нам, что типа мы вместе не спим. Я говорю, я в шоке была, я такая стала офигевшая просто. Муж говорит, ну вообще-то это лично, говорит, и ну типа мы не собираемся это с тобой обсуждать. Я, честно, я была в огромном шоке, я была в огромном шоке. Вообще, опять начала за здравие, закончила за упокой, начала за плентнени приложение, потом рассказала о том, что соседи у меня мразотные, а потом рассказала опять об этой мадам-психологине. Все, ребятки, я побежала заниматься дальше своими делами. Пока-пока.